WebMoney Tracker – приложение для учета рабочего времени команды. WebMoney Tracker проверяет местоположение сотрудников в районе контроля и точно учитывает их рабочее время. Приложение определяет, когда сотрудник прибыл на объект и сколько провел там времени. Для создания журнала учета рабочего времени руководителю нужно зайти в приложение WebMoney Keeper. В разделе «Еще» выбрать учет рабочего времени. В новом журнале учета укажите название команды и продолжительность рабочего дня. При желании можно настроить отправку пуш-уведомлений. Следующий шаг – добавление сотрудников в команду. Добавьте сотрудников из списка контактов. Укажите районы контроля. Вы можете установить несколько районов контроля. Сотруднику придет уведомление с предложением присоединиться к журналу рабочего времени. После перехода по ссылке и сообщения сотруднику нужно открыть приложение WebMoney Tracker. При первом запуске для подтверждения авторизации потребуется зайти в WebMoney Keeper. Сотрудник увидит информацию о нахождении в зоне контроля. Работодатель может настроить отправку селфи с координатами. Отчет о рабочем времени команды доступен работодателю в приложении WebMoney Keeper.